дорогие жители Десногорска, позвольте мне от всей души, от всего чистого сердца поздравить вас с новым 2019 годом. Этот год был неплохой, надеюсь, что новый будет гораздо-гораздо лучше. Хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, успехов в творчестве, в работе и огромного-огромного счастья в личной жизни. Будьте счастливы, мои дорогие! С Новым годом!